Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер один на странице 8 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные записи. 20 дециметров выражаем метром в метрах. 1 метр – 10 дециметров. 10 дециметров – 1 метр. 20 дециметров – 2 метра. 70 дециметров – 7 метров. 30 сантиметров выразим в дециметрах. В одном дециметре 10 сантиметров. 10 сантиметров – это 1 дециметр. 30 сантиметров – это 3 дециметра. 60 сантиметров – 6 дециметров. 100 сантиметров – это 1 метр. В одном метре 10 дециметров, а 40 дециметров – это 4 метра. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.